сотрудники музеев и библиотекари, актеры театров и концертных организаций, педагоги дополнительного образования, специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры. В Севастополе порядка 2000 людей трудятся в этой отрасли. Только в ведении Главного управления культуры есть 27 подведомственных учреждений. Но ведь это не только учреждения, учрежденные правительством. Есть же еще театр флота, морская библиотека и другие учреждения, которые действуют успешно и дарят культуру севастопольцам и гостям города. Культура в Севастополе – это, наверное, главное, что у нас есть, потому что город Севастополь и культура неразделимы. И хотя мы говорили о том, что Севастополь должен стать столицей, культурной столицей России, культура у нас передовая. То есть мы направляем, мы вдохновляем, мы развлекаем. Мы, работники культуры, это передовая Севастополя. 70 человек лучших работников культуры и общественников наградили почетными грамотами, благодарностями и дипломами. Среди них не только те, кого мы привыкли видеть на сцене и в музейных залах, но и представители разных профессий всех культурных учреждений. Это и художники-оформители, и костюмеры, и администраторы, и руководители коллективов. То есть все те, чей труд не всегда понятен зрителю, но тем не менее он очень важен, и без этого труда вряд ли мы получили бы то эстетическое, культурное, духовное удовольствие, которое мы получаем, приходя в учреждение культуры Севастополя. Как отмечает начальник Главного управления культуры правительства города Ирина Демидова, в этом году финансирование отрасли увеличилось на 20%. На капитальные ремонты зданий и сооружений было выделено в два раза больше средств, чем в прошлом. Город Севастополь и культурная сфера Севастополя активно развивается в последние годы. Мы проектируем сегодня несколько, так сказать, крупных масштабных историй. Это прежде всего театр юного зрителя, это академический театр танца Елизарова, художественная школа. Есть ряд поручений президента, ну еще в работе целый ряд замыслов, о которых, наверное, сегодня говорить, так сказать, вслух преждевременно, но это вы вынашиваемые идеи, и я думаю, они состоятся, и Севастополь действительно будет еще одной, так сказать, культурной столицей Юга России. Подарок всем участникам торжества актеры Севастопольского драматического театра имени Луначарского дали спектакль-премьеру «Летучая мышь». Надежда Староверова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.